1 августа исполнилось 10 лет Российскому университету спецназа. И в этом же году мы провели 10-й юбилейный чемпионат, посвященный памяти первого президента Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадырова. Проведение таких серьезных соревнований невозможно было бы без поддержки главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова, и от лица всего Российского университета спецназа хотим выразить благодарность также президенту регионального общественного фонда Аймани Несиевне Кадыровой. Мы за упражнение «Дуэль». Побеждает команда КРА, служба безопасности главы Чеченской республики, а также от регионального общественного фонда имени Героя России первого президента Чеченской республики Ахмата Абдулхамидовича Кадырова вручается сертификат в размере 500 тысяч рублей. Сегодня мы награждаем победителей 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященного памяти первого президента Чеченской республики Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. И десятилетию Российского университета спецназа. Все участники показали отличные результаты и высокий уровень подготовки. По воле Всевышнего, сейчас у нас есть все условия для обучения и оснащения бойцов, в том числе один из лучших в мире центров по подготовке спецназа. С самого начала проведения СВО на Украине РУС принял активное участие в подготовке бойцов. Курсы ускоренного обучения прошли около 30 тысяч военных и добровольцев. Я поздравляю коллектив РУСа с юбилеем и поздравляю победителей чемпионата. Желаю всем вам успехов в служении нашему Отечеству. С уважением, глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров. Указом главы Чеченской Республики присваивается звание Героя Чеченской Республики Вайханову Байбитару Халидовичу, а также от регионального общественного фонда имени Героя России первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова вручается ключи от автомобиля. Орденом Кадырова награждается Саказов Арсен Аликович, Пилипенко Дмитрий Александрович, Джабраилов Ахмед Хусейнович. За первое место во внутреннем зачете награждается команда КРА, служба безопасности главы Чеченской Республики, а также от регионального общественного фонда имени Героя России первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова вручается сертификат в размере 1 000 000 рублей. Ugarabo pochan barkalalundar we binch bala nokol ma khadwan ram la khidayalan we der saata qosh khidayalugal duqoy ahmat sila allahu akbar. Для награждения на сцену приглашается самый юный и обладающий лидерскими качествами участник соревнований Адам Рамзанович Кадыров.